Эй, всем привет, друзья! С вами Крис, вы на канале Крис Плиз Плей. Как вы видите, у нас Metro Goldwyn Mayer Presents. Короче, если ты вырос в 80-х, 90-х, в начале 2000-х, то наверняка помнишь этот знак льва. И компания Sorius приготовила нам охуенный сюрприз. Внимание на экран. Я думаю, ты по этой мелодии уже узнал, что это за охуенный сюрприз, да? И по этой перчатке ты тоже догадался. Но! Это не то, что ты подумал. Это нихуя не Рокки. Это Creed Rise to Glory. Я вообще не понимаю, почему... Что у меня с телом? Что такое, сука? Что такое с телом? Почему у меня... Почему башка у меня как у жирафа? Хуй узнает. Сейчас нормально. А сейчас нормально уже тело. Ладно, играем. Фриплей. Я не знаю, почему игру назвали не Рокки, а Creed. Хрен узнает. Ну, это странно. Короче, вот наш спортзал. Обратите внимание. Рок! Эй, мужик! Вот так я могу передвигаться. Рок, ну дай тебя хоть обниму, дружище. Что-то такое неэмоциональное-то. Ты же для итальянец, ты должен быть как стеллион, ёпта. А ты вообще, да? Голову понурил, руки обжал себе, ну, ёпта мать. Я ж твой ученик, по сути. Короче, возвращаемся обратно. Видишь, тут есть вентилятор, можно на ринг зайти сюда. Но это, в принципе, не требуется. Ну, здесь можно на беговой дорожке побегать. Это я сейчас все покажу, как это все выглядит. Чтобы не ходить по залу, этим всем не заниматься вот этим прямо в зале. Подходишь к этой доске тренировочной, нажимаешь exercises. Поднимаешь, exercises, нажимаешь и давай по очереди пойдем. Сначала тренировочка вот эта легкая. Комбо дами. Дами это, вот это дами есть. Комбо, а это комбо. Ну комбо, ты сам понял, что это комбо. Короче, мы стоим, приняли боксерскую позу. Раз, два. Надо успеть на время ему нанести удары. По сердцу, по печени. Там, раз, два. Побыстрее надо. Видишь, время быстрее. Сердце, скула, печень. Пресс. Скула, печень. Скула, я даже не успеваю комментировать, сука, так быстро все. Видишь, как ускорилось? Как все, блядь, ускорилось? Хорошо, дальше. Как? Ой, не, я здесь не... Подожди, я с ним больше не хочу. Так, мейн меню. Да. Следующий фриплей. Exercise. Какой у нас там следующий будет? Сейчас посмотрим все exercise, потому что это реально интересно. А следующий у нас будет груша. Reaction back, он называется. Reaction back. Короче, стоим. Play. Здесь будет 6 точек удара. Отрабатываем крюки. Раз, два. Боковые, видишь, верхний, боковой. Левый боковой, правый боковой. Ой, правый крюк, левый крюк, правый крюк, нижний крюк. Это, я даже не знаю, апперкот, это как это назвать, правильно? Видишь, как крюки пошли, хорошо. Это прикольно, это заебись. Ты прям, аж все тело защищает. Эти, блядь, мощные, сука, крепкие удары. А груша, как трясется, посмотри, не груша, килограмм 100 весит, ага. И все быстрее, бить, сверху. Прям, оп. Оба, я что, не успел? А, я один раз не успел, видишь, крестик мне дали. Не надо хуярить эту грушу. Все быстрее, снизу, по бокам, сверху, по бокам, раз. Крюки пошли, я уже два раза не успел, я бы наоборот. О, очень быстро. А я ведь устаю. Комплиты, ёпта. Сел, что ты сел? Так, это мой, типа, счет, 66 ударов, да, 44 секунд, друзья. А друзей у меня нет. Глобал. Ой, все, глобал, на каком у меня месте, интересно? 1364 удара, прикинь, тут нахуярил за 469 секунд. Ебать, да, чувак там 8 минут хуярил по ней. По 3 секунды на удар, по 3 сотых. Торонто Сан его зовут, ебануться, да? Охуеть можно, 1300. Пиздец, мне чем заняться, ебнуться можно. Охуеть, вот что, реально можно ебнуться от таких вот людей, которые такой хуйней занимаются. А, вон он наш, exercise. Вот сюда, вот сюда. Выбираем следующий, это вот этот. Он называется Flurryback. Понял? Флюри. И, да, ну давай, пофлюрим. А как его? Куда просто бить? А, здесь будет по центру, просто тут хуёвина. И видишь, зеленая появляется, ее надо расширять до краев, чтобы выйти за края. А время оранжевое идет, это сколько тебе времени дается. Здесь надо бить вот такие прямые короткие удары, чтобы успеть. Хуярим. Видишь как? Ну, и все быстрее, да? А, не успел. Блин, я два раза уже не успел. Потому что я уже заебался, я устал. Реально, ты заебываешься здесь. Давай глобал посмотрим. Что у нас по глобалу? Какой-то чувак, ты 898 ударов нанес. Коу его зовут. За 783... Почти за 8 минут, да? Или даже за 10 минут. Нет, подожди. Я туплю. За 13 минут. Да? Ну да, за 13 минут. Пиздануться можно. Молодец. Какой он молодец. Какой он, блядь, умничка, да? Нахуярил тут целую кучу ударов, а ты здесь разгребай в этом после него. Вон он наш. Вот он.
Так, вот сюда, уверим. Так, нам вот сюда. Следующая тренировочка наша какая? Вот это. С дами. С дами мы, наверное, начнем. Или мы начинали, я не помню. Так, раз, два. Подожди. Правый, правый, левый, 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 правый. Правый, вниз, правый, левый, вернее. Левый, снизу, давай, хуярь. Вот так вот можно просто хуярить. А одной рукой как-то не получается, видишь? Одной рукой как-то слишком долго. Хотя правильно, наверное, вот так, да? Хуярить. Ну-ка, а вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Тут надо еще придрочиться к этой херне всей. На двоечке. На двоечке это не похоже. Тут слишком широкий, да? Надо вот так быстрее просто бить, хуярить. Ага, выбиваем всю хуйню. Ой, я выбью себя двух мужчин! Ага, хорошо. Подошел, а кому-то ебал, да, начистил вот так вот. Вот такими вот ударами. Короче, нахуй, я слишком быстрый для нее. Я слишком быстрый. Слишком, я очень быстрый. Я бы никогда не закончил, если бы я продолжал, понимаешь? Никогда бы. А вот так вот. Ну-ка, а где моя доска занятий? Где моя доска, ебана? Она где-то здесь была. А, вот она. Почему она появляется, когда они... Когда... Нужна ее нет. Когда я отхожу, она появляется. Как это? Как? Что это? Чего? А вот это уже интересно. А вот здесь надо будет бить. По этой хуйне. Это как-то снизу, да? А, ну и чё? А, вот так. А вот так прямой. Прямой. Вот так, хорошо. Оба. Оба. А, заебись. Оба. Оба. Подожди. Ля-ля-ля. В другую сторону. Вот так, хорошо. Оба. Сразу две. Оба. Даже сразу три. Оба. Оба. Подожди. Вот так, хорошо, отлично. Хоба, хоба, хоба. Хоба, крюком. Крюком, на, ёпта. Апперкот, сука, ну попадай. Он не попадает, видишь как, хоп. Он не хочет попадать, он не всегда попадает. Я всегда стараюсь, а он не всегда попадает. Видишь как, я сейчас же попал, а он почему-то не среагировал. Видимо, это какой-то лаг, я не знаю. Такое бывает. Так, короче, ты понял, что это означает? Я сейчас заебусь на тренировке, мне не хватит на поединок. А я хочу еще парочку поединков провести. Понимаешь? О! Вот это что такое? А, вот это интересно уже. Это типа то же самое, только надо еще от нее отворачиваться. Давай, слой. Ага. Смотри, короче. Когда зеленое бьешь, когда красное отворачиваешься. Вкручивание, видишь, какое было? В правую сторону. Ушел от удара. Хоп, хоп. Четкие удары. Хоба, увернулся. Хоба, 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 хоба. Увернулся. Короче, ты понял. Ты понял. Ты же все понял. Ты понятливый друг. Понятливый, понятливый. Я в тебе не сомневаюсь. Где моя доска? Вот она. Так, беговая дорожка. Да? Что они сделали? Здесь все просто. Здесь ты просто хуяришь вот так. Давай, плей. Не ногами, а руками, представляешь? Ты бежишь руками. Что такое? Дистанция 400 метров. Или нет, а, 50 метров. Это скорость. Что там, 4 километра в минуту или что, я не знаю. 4 метра в секунду. Да, скорость, хуй знает. Free lap. Ну вот. И так и бежишь руками, хуяришь. Тренируешь руки, короче. Все, видишь? И джойстики вибрируют так, как будто ты бежишь. Понятно? Понятно. Все тебе понятно, я тебе не сомневаюсь. Ну и что, и как мне выйти отсюда? Как мне сюда выйти? Все, я больше не бегу. Я больше не бегу! Остановись! А, прикинь, вот еще руками так делаю, смотри. Ноги, пошли хуярь, да? Заебись, блядь, в раскорячку бежит! Ебать! Молодец! Все, хоп, стопы. Как отсюда выйти? Как, сука, отсюда выйти? Тредмил, она называется. Ну ладно, пусть, пошли отсюда. Пошли, бегу. А, вот так вот. Взял, с нее слез и все. Перчаточки. А, вот это самое интересное, да? Наверное, пэт-тренинг. Пэт — это накладочки. Будем тренироваться, удары по накладкам. Против Рока, смотри, какая ебала у него такое итальянское. Раз. Оба, присел. Ебать, я присел, ты что, охуел, Рокки? Да, блядь, мать твою, Рокки, я приседаю, ты охуеваешь, что ли, или чё? Пиздец, Рокки, я так не играю, ты, блядь, ебанулся. Ты какой-то неадекватный. Ты какой-то с тобой по-нормальному, а ты, блядь, хуяришь по ебалу. Я приседаю, ведь. Видишь, я присел? Сейчас-то ничего не было. Какого хуя было в предыдущие разы? Ты чё, ты как читер себя вел? Я как Майк Тайсон приседаю, хоп, видишь, как ушел под печень ему. Раз, два,
и в печень. Раз, присел. Левый круг, правый круг. Печень, на, оба, присел. Левый круг, правый круг. Печень, печень. Присел, ушел под руку. Раз, два, печень, печень. Под правую, под левую, хоп. Раз, два, хоба, под левую руку. Сразу раз, два, блядь. Три, четыре. Хоп, видишь как? Только прямой, прямой. О, не успел. Раз. Хоба, под руку. Рокки, ты чё, спишь-то? А? Вот! Вот так вот, вот так вот. Последняя тренировочка осталась. Я уже заебался, у меня еще два поединка сейчас впереди. Ну давай. Мид-локер. Это помнишь, в первой части Рокки пиздил вот эту хуйту? Ебать, туда холодно. Зато, наверное, тренироваться нормально. Тебе, как бы, ну, не супер жарко. Мне это сейчас пиздец как жарко, если честно. Аж ощущается себе такая тяжесть этой души. На. Ну ты понял. Ну все, пиздец, я уже заебался. Вот, так вот выглядят тренировки здесь. Еще можно спарринг провести на ринге, но я уж не хочу. Я хочу, знаешь что? Я хочу. Где она у меня? Сейчас загрузим. Go to main menu. Пойдем. Replay. Replay, это будет файт. Файт прям пиздец выберем. Файт, блядь. Такой, блядь, а ты охуеешь, какой будет файт. Давай начнем. Я возьму, кто это такой? Дэнни Уиллер Стантмен. Давай, Стантмен, это трюкач за него. Fight Rules. Так, про, чемпион. А, руки про. Давай на про, давай на среднем уровне. Типа дан. И сразимся мы против кого? Против Бобби Нэш до оператора. Давай. Трюкач против оператора. Ну пусть это будет где-нибудь здесь. Ну, что это такое? Мексика. О, давай, давай в Мексике. В Мексике там пиздец всегда такой происходит трэш. Вот там и потрешу немножечко. Понимаешь? Немножко потрешу. Are you ready, ladies and gentlemen? The main event is about to begin. Короче, главное событие только сейчас начнется уже. Вот тот вот. Я в синем углу. Какой там Бобби оператор, какая фамилия, не помню. Бобби Нэш, да, Бобби оператор Нэш. 38 побед, одна ничья, одно поражение. Дэнни Стантмен Уиллер. Я этот Дэнни Стантмен, Стантмен трюкач Уиллер. Пиздец, он огромный. Ебать, ты здоровый, чувак, ты что, ебнулся, ты на стероидах? Мужчина, у нас разные весовые категории, вы что, ебнулись, что ли? На мне зеленые шорты, что написано здесь? Андре Ворик, что? Хуй поймешь, ты что такое? Ну ты меня стычешь, тычешь ты своими хуевенькими сюда. Эй, Рок, ты что, ебанулся? Ты посмотри на него, у нас разные категории весовые. Ну давай, давай, блядь, поебал получишь. Опа, а мой первый удар. Хоп, хоп. И в защиту. Сразу, раз. По печени. Ушел. И два двоечка въебало. Держим на расстоянии. Пиздец, одного удара его достаточно было, чтобы я потерялся. Я потерялся, сука, уходим. Эвакуация, блядь. Эвакуация. Требуется эвакуация, сука. А тебе стоп. На. Я устал, видишь? Мне он так дышит, что это пиздец. Как я его повалил? Я даже не знаю, как я повалил его. Видать, ему заточку засадил куда-нибудь. Хуй пойми. Я даже не понял. Не понял, как он упал. Видимо, это была. О, не понял. Это была заточка. Я его первый повалил. Прикинь, первый. Ну, давай, гандон. Ты меня прижимаешь, да, в угол. Давай. Хоп. Пиздец, он меня садил. По печени. И в голову. Хоп. Два. Блять! Нихуя он мне попал! Эвакуация! Эвакуация, сука! А уходим, нахуй! Ну съебывай ты, блять! Он меня. Все, пиздец, конец раунда, слава тебе, господи. Один нокаут я его послал. Так, уходим сразу в центр. Нихуя он. Нихуя ты ебанутый! Тебя чем там? Гатарейдом, что ли, блять, поет? Ты что такой активный? А? На нах! Встречный, блять, словил, дурачок! Блять, мать твою, у меня он крепкий. Двоечка в голову, на. Ну-ка поближе, чтобы он не это. Не мог. Поближе, поближе, а, хорошо. Четко, четко, добиваем. Нокаут, нокаут, сука, блять, лежи. Не вставай, гандон, я тебя зажал, не вставай, не упускай бой зуба. Стой здесь.
Стой здесь, он, сука, огромный вообще. Блять. Фу, надо отдохнуть. Я не буду торопиться. По нокаутам 2-1. Блин, нокдаун. По нокдаунам 2-1. 6. Вернулись. Давай, давай. Ётка, блядь, отработал. Два вверх, два вниз, два вверх. Попало из них 5. Видишь, как у него печень отбита? Это я, постарался. Давай, гандон. Нихуя ты... На. Добил, видишь как, 4. В живот, он прямо в солнечное сплетение целился. Отлично, заебись, игра четко. Все как в жизни. Вставай, гандонище, ты уже 4 раза валялся. Все, блядь, валяйся! Ха-ха-ха-ха! Лузер, ебаный! Неудачник. Угандошил его. Пиздец, он крепкий. Я его 5 раз нокаут посылал, да? Ну-ка, как не приблизиться? 5 раз нокаут, он у меня 1. 2 минуты для нокаута во втором тайме потребовалось, в раунде. 66 ударов я нанес, 18 он заблокировал. Он 19 ударов нанес, я 75 заблокировал. Прям, я блядь, пиздец, почти не пропускал. Да, да, все четко, посмотри. Просмотри на эту глыбу. Ребят, Рок, ёпта, порадуйся за меня. Кроме Крид, Рейнольдс. Крид, Рейнольдс, Крид, Рейнольдс. Это, видимо, следующий поединочек, да? И я устал! На камеру, ребят! Поцелуйчики всем! Му-му-му. Где еще камера? Здесь! Му-му-му. Всем на камеру поцелуйчики! Клозе! Нажимаем клозе и идем обратно в спортзал! Давай еще поединок, у меня еще есть сила, я чувствую, я могу дать им пизды. За кого сразиться? Я, ох, вот обезьян, да, огромная? Давай, Лео. О, с Леона, давай. Леон против... Кто это такой? О, охуенно, Энди Пону, Мэтт Док. Секьюрити. О, отлично, секьюрити. А здесь есть улица. Да хуйня. О, что это? Филадельфия, Пенсильвания, Блэк... О, заебись, это улица, походу, да? Это какая-то улица, или хуй знает кто. Ну, а, четко все, четко, блядь. Красавчик, уже готов. Ни зрителей, нихуя, да, нет? Какой-то отель, какие-то романс. Ну да, такие задворки, прям задворки. Пиздец, да, здесь людей, наверное, просто убивают пачками. Посмотри на это, все закрыто, какие-то ебать. Ну ладно, хуй с ним. Ну выглядит он опасно, Хотя, может быть, он нихуя не умеет. Я-то боксер, а он просто груда мышц, даже больше сала. На, ёпта. Видишь, как я его держу на расстоянии? Въебал, пропускай. Да ты не успеешь, ёпта мать, я быстрее тебя. Я быстрее тебя. Хотя я устал. У меня, видишь, перчатка блестит. Я устал. Все, пиздец. Пробил ему 4. 4 удара в живот, и все, он слег. Поближе. Оба, ну никуда не прилетел. Ебать, блядь, он меня въебал. Ты видел эту хуйню? Пиздец, я ж тебе попал по печени, как ты устоял-то? Ёбнуться можно. Меня просто хуярит, будь здоров. Ну-ка. Эвакуация, блядь! Я сейчас улечу нахуй. Отходи нахуй от него. Не дай. Пиздец. Я в нокауте. Охуеть. Он здоровый кабан. Он килограмм на 30-40 меня выше. Будет тяжелее. На. Ёпта. Все, блядь. Да выебывался. Висок получил нахуй. Колобок. Ёб твою мать, он отвечает, будь здоров, он прям хуярит. На тебе напоследок печень, два удара. В левую печень и в правую печень. Фу, сука, какой он крепкий. Ну и чё, блядь, такие слабые удары у меня. Я ему 5 ударов хорошо нанес, а он либо хуй. От вас не сильных куда-нибудь солнечное сплетение, он падает. У него очень слабый живот, Он жрет, видимо, только одни пончики и луковые кольца. И вас хуярит. Поэтому... Пусть бьет. Ну-ка, хорошо, видишь, как ему прилетело? О, четко блокирует мои удары. Хорошо. Слабый живот. Надо ему по животу бить. Он вообще не выдерживает удар в живот. Че ты валяешься? Вставай, хули ты выебываешься-то? Да выебывался, блядь. Снял бы свою гарнитуру, там вух, тебе вобью ее нахуй. Начинает, как обычно, блядь, с правого удара крюком, я уже знаю все. Я отхожу, держу дистанцию. Ну пусть пьют. Оп, 4 удара.
Все, блядь, правый крюк и в голову, и все, и нормально. И отдыхает парень. Вставай, вставай, у тебя поджопник. Бам, блядь. Вставай, обосрался, что ли? Ну, все, пиздец, он обосрался. Виктори, бай нокаут. Легко. Легко, и это на про. Ебать. Ну-ка поближе подойдем, посмотрим. Ну как в прошлый раз, 5 нокаутов я сделал, он один. 76-12, похожая статистика, очень похожая статистика. Оппонент 25-65. Ну да, да, все похоже. Все, все, все знаю. Чувак, мусор не забудь выкинуть за собой. Ебаный рот. Фу. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Че у нас там? Где руки-то, ебта мать? А руки хуй знает где. Я не знаю, где руки. Где руки? Ладно, давай тогда так. Следующий раз. О, нихуя себе, можно зал сменить. Давай посмотрим, что такое сменить зал. Что такое? Ну-ка. Дельф джим. Интересно. Я здесь не бывал никогда. Ну, в принципе, все то же самое, да? Рокки здесь ошивается. Такой итальянский зал. Зал славы. А еще какой есть? Еще есть какой синий, да? Какой-то вот такой. Давай посмотрим. Фронт стрит джим. Какой-нибудь, видимо, совсем ущербный такой. Или мы здесь и были только что? Подожди, очень похоже, что мы здесь были. Какой? А вот этот средний. Mighty Mix. Этот зал могучего Мика. Как в фильме прям. А, ну да, да, да. Все похоже. Но они все одинаковые, в принципе. Спорино, Mighty Mix, Boxing, Light Highweights, Champion, Leo Спорино. Ну да, все как в фильме. Все, монтаж. Что такое монтаж? Монтаж 1. Get ready to prove yourself against Luke Scraps of Grady. А, это типа... По очереди поединки, да, будут проходить? А нахуя? А чем это отличается от какого-нибудь чемпионата? Exercise, fight, return to main menu. Давай, главное меню. Карьера! Да, давай в следующий раз начнем с карьеры. А на этом мы сегодня закончим. Подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Все ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои. Всем пока.